А свина можете? Нет. Давайте свина! Свина! Да блядь, все давно, ненавижу. Свина! Да! Да? Это намного лучше, как бы, это Федя одел свое оскорнение намного лучше, чем Свин был. Да, свина давай! Убегайся, рыжий. Чувак пришел мне рассказывать, просто на концерт чуть ли не теплой трассы, я рал во все горло, свина давай, свина давай! Чуваки такой, свин умер, он говорит, сразу свина давай! В итоге его вытащили на сцену, он спел свина сам, но все равно не успокоился. This is the public. Done by a police.
You have the right to food, money. Providing, of course, gets down by the little investigation, humiliation. And if you cross your fingers, через пару лет ты сможешь продавать за большие деньги. Я надеюсь, что без зубки оставить. Слушай, я не тебя продам за большие. Что вы сделали с носками? Вставил себе зубы. А мне Максим Роганов сказал, думаю, вон ты что, мудак, распечатай себе, блядь, короче, 3D на 3D принтере. Кстати, да, распечатай. Блядь, ёбнули вообще. Почему? Такую прихуйню, блядь, предлагать. Челюсть распечатали, мужику вставили, а ты зубы себе распечатай. Да? Хуя, да, а ты что, зубы себе распечатали? Мы же его вставили, прикинь. Пожалуйста, прям в жопу печатал. Две единички без щербинки, можно, пожалуйста? Вот я. Они могут твои зубы вставить. А куда, где надо вставить выращенного? Моих двух малышек отойти. Да у тебя будут такие же твои зубы, твои прям. И будет второй целый Агистов, только без зубов. То есть ты можешь себе делать вообще все, что хочешь? Нет. Ты можешь одним издеваться. Ты можешь сделать себе миньет. Я хочу как этот, блядь, страшил из волшебника горного города. Новые мозги себе купить. Ну, старый пропей тогда, конечно. В силу этим причин как-то. И печь. No fun to hang around.
Накажи меня. Накажи меня. Я плохой мальчик. Ты должна меня наказать. Ну накажи меня. Ну же, давай, накажи меня. Лето жаркое, счастливее пары нет. И нет прекраснее места. Где мы откроются неведомые взору чудеса, на потолке причудливые тени. Халаты у девчонок. Пора надевать белые тапочки. И второй не забудь. А столик в яхту посады. Халаты у девчонок превратятся в паруса, а столик в яхту на теме. И голос чей-то сказочный прошепчет тихо мне: всего лишь это опьянение. Приемник заиграет балеро на круге, и я прилечу к стенке, как варенье. Восточный округ, здоровый восточный край, богатый зеленью, где производством мой поезд отправляется ко мне в родной Псикай. Под машиниста чутким руководством мой поезд отправляется ко мне в родной Псикай. Протестная песня первая, кто мне понравился. Друзья или товарищи, это мой протест. Ну что бы с подворотен гаражей спала, надежда и отчаянье ваш символ красный крест. Природы или общества подарок,